Очередным пунктом проведения собрания для разъяснения порядка прохождения выборов стал Саргамыский сельский округ. Глава Экибастуза Кайрат Тимиршотович пояснил, что в выборах на должность акима Саргамыского сельского округа участвуют 3 жителя села. Это нынешний аким Марат Сейсимбаев, директор школы Айгуль Кокешхан и преподаватель начальной военной подготовки Марат Жуманов. Если у вас есть другие кандидаты, вы можете высказаться по этому поводу. Если есть желающие баллотироваться, пусть приходят, регистрируются, мы примем все заявки. Со слов присутствующего актива Саргамыского сельского округа, работа нынешнего акима их полностью устраивает. По этому поводу высказались как аксакалы села, так и жители, проживающие не так давно в Саргамысе. Больше всего мне нравится работа Марата Кирбековича. Я с ним работала и в школе вместе. Вот. Я его знаю как ответственного человека за свою работу. Он не только любит свою работу, переживает за нее, но он бывает везде. Где бы что ни делали, он там бывает. Но он не только бывает, он прям работает вместе со всеми. Поэтому я думаю, что вот лучшей кандидатуры для нашего совхоза нет. Кого выберут жители Саргамысского сельского округа, покажет время. А аппарат акима во главе с Кайратом Тимиршотовичем продолжает разъяснительную работу в селах нашего региона.